Спорт высших достижений – это всегда игра на грани фола. На карту ставится все – здоровье, жизнь, семья. Правда, выигрывают не все. Из 50 тысяч детей, пришедших в спортивные школы, вырастает только один чемпион. Потенциального победителя можно определить 4 года. В 12 лет прогноз практически безошибочный. Равных шансов нет ни у кого, это понятно. И люди, которые достигают максимального результата в спорте, это те, которые, в принципе, рождены для спорта. Правильный выбор вида спорта – первое условие успеха. Какую секцию лучше отдать ребенка, можно определить на глаз, по ряду врожденных признаков. Отпечатки пальцев. По ним можно найти не только преступника, но и потенциального чемпиона. Они несут зашифрованную информацию о наследственности, о физических и психических возможностях человека. Формируются в утробе матери на 3-4 месяце беременности одновременно с нервной системой. Не меняются всю жизнь. Петли, завитки и дуги. Три основных рисунка. Петли – показатель силы и скорости на коротких дистанциях. Это конькобежцы-спринтеры, нападающие в футболе и баскетболе, бегуны на 100-200 метров. В идеале – сочетание 8 петель с двумя завитками. Зеркально отраженный рисунок. Такие отпечатки у Антонины Махиной. Она мастер спорта по академической гребле. Трехкратная чемпионка Олимпийских игр, двухкратная чемпионка мира. Выдающиеся достижения. Сейчас ее документы рассматривают эксперты Книги рекордов Гиннесса. Антонина приехала в Москву в 20 лет из деревни Серебряне Рязанской области. До этого в спортивных секциях никогда не занималась. Единственное, что иногда каталась на лыжах в свое удовольствие. Тренер сборной Советского Союза по академической гребле Петр Пахомов случайно заметил ее в парке. Он обратил внимание на то, как Антонина бежит по лыжне. Предложил пройти тестирование. По их результатам ее взяли в сборную Советского Союза. Через год она стала олимпийской чемпионкой. Буквально через год. Конечно, все удивлялись, но так чисто случайно о гребле даже не мечтала и не представляла, что это такое. 10 завитков – редкий рисунок. Говорит о хорошей координации и способности прекрасно управлять своим телом. Это экстремалы, способны быстро меняться и принимать решения. Выносливы. Правда, нет стабильности. Для чемпионов характерна комбинация из 7-9 завитков и 1-3 петель. В идеале – зеркально отраженный рисунок. Это отличные вратари в футболе, нападающие в хоккее или в водном поло. Борцы, конькобежцы, теннисисты. Алексей Николаев, 14 лет, вторая ракетка России в своем возрасте. Полуфиналист Европы, в большой теннис играет с 6 лет. Правда, до тестирования Алексей хотел заниматься совсем другим видом спорта. Но вначале мне не нравилось в теннис играть. Я приходил на «Динамо», там, мне лук такой сделали, я из лука стрелял. Вот, а потом понравилось. Маме спасибо. Она заставляла меня играть в теннис, потом понравилось, когда получаться что-то начало. Дуги. Даже одна дуга – сигнал тревоги. Говорит о врожденных проблемах со здоровьем. Чем больше дуг, тем хуже. Человеку с такими отпечатками пальцев чемпионом не стать. Отпечатки пальцев – самый доступный способ определить врожденные способности ребенка. Но есть и другие биологические тесты. Их можно пройти только в лабораторных условиях. Например, исследование мышечных волокон. У человека есть два вида мышц – медленные и быстрые. Медленные волокна предназначены для длительной монотонной работы. Быстрые – для короткой и скоростной. У большинства людей смешанные типы мышц. Только медленные или только быстрые волокна бывают у человека исключительно редко. Это со 100% вероятностью означает, что перед вами будущее спортивная звезда. Генетический код человека. Еще один способ диагностики чемпиона. По нему определяют возможность сердца адаптироваться к тем или иным видам физической нагрузки. Даже абсолютно здоровый человек может заработать инфаркт миокарда, если он создан природой для бокса, а занимается велоспортом. Сердце не выдержит нагрузок. В природе есть два основных генотипа. Обозначаются латинскими буквами II и DD. Генотип II. Его представители отличаются выносливостью. Высокий класс они могут показать в лыжных гонках, беге на средней и дальней дистанции, в триатлоне, велоспорте. В этих видах результат у них в 7-8 раз выше, чем у тех, кто принадлежит ко второму генотипу. Генотип DD. Это скоростные силовые виды спорта. Тяжелая атлетика, бокс, борьба. Помимо каких-то врожденных факторов, очень сильно влияют средовые факторы. То есть в данном случае тренировочный процесс.
И если тренировочный процесс у нас будет построен неправильно, при всей одаренности мы никогда не добьемся какого-то хорошего результата. Поэтому здесь вот нельзя вот эту часть педагогическую упускать. Она не раздельна с биологической частью. Чем точнее информация о физических данных спортсмена, тем больше шансов вырасти чемпиона. Природа сама подсказывает, как эффективнее строить тренировочный процесс. Сегодня практически все перспективные спортсмены проходят всестороннее тестирование. Спорт будущего – это не романтика, а наука, смесь биологии и математики. Чемпионов Олимпийских игр 2016 года вычисляют уже сейчас.